Нурлыбек Хайруллин, Гульнара Амантаева и Ирсултан Мурзапаров завоевали золотые медали на Кубке мира по борьбе на поясах. Турнир прошел в Оренбурге в спорткомплексе «Олимпийский». Помимо участников из СНГ, приехали спортсмены из Германии и Франции. Всего 186 человек. В итоге казахстанская команда завоевала 3 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовых медали и вышла на второе место после россиян.